Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Максим Гончаров, врач-психотерапевт, директор Центра позитивной психотерапии и международный мастер-тренер по позитивной психотерапии. Одним из центральных понятий психодинамической терапии является конфликт. Для лучшего понимания психодинамики концепция конфликта имеет решающее значение. Анализ конфликтов составляет большую часть практически любой психотерапии, особенно психодинамической, и обоснованно может служить целью для терапии. В позитивной психотерапии выделяют 4 типа конфликтов. Это актуальный, базовый, внутренний и ключевой. От нашей способности разбираться в этих конфликтах, их обнаруживать и дифференцировать, зависит успех всей психотерапии. Кроме того, способность клиента самому разбираться в конфликтах будет серьезным фактором самопомощи и влиять на качество его жизни, что, собственно, для нас является одним из наиболее ценных критериев успешности психотерапии. Приходите на мой семинар, который называется «Операционализация конфликтов в позитивной психотерапии». Будем разбираться вместе. В этот раз семинар пройдет в Киеве в январе. Увидимся там. До побачення!